только говорит, но и показывает. Бундеслига на ваших экранах, друзья. Работать на этом матче мы будем для вас вместе. Георгий Черданцев и Константин Генич. Поехали. Сегодня Лейпциг встречается с Байером. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. И смотрим на состав Байера. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер... Отличный удар! Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас, мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Игра остановлена, будет угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Бендер. Константин, хотелось бы услышать твои мысли о сегодняшних хозяевах. Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. Ну, может быть, подать пора? Хороший вынос мяча из штрафной. Очередная потеря. Кевин Фолл. Байер идет в атаку. Бить можно и забивать. Аут. Эмиль Форсберг. Кевин Кампбелл. Пас верхом в атаку со своей половины поля. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Пас головой, атака продолжается. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Видит партнеры, мягонько головой скидывает ему мяч. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Тимо Вернер. Поульсен. Забивают они. И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота. Футболисты явно поймали кураж. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Тут защита справляется с потерей мяча. Атака остановлена, но кто получит мяч? До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Тут может что-то получиться. Ну что, может быть навес? Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Бенда. Может получиться интересная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Кевин Фолл. Пас на ход, может быть интересно. Получает он эту передачу, может быть опасно. Мяч потерян. Отличный перехват. Хороший по задумке пас. Фолланд! Вратарь забирает мяч. Надежно играет защитник. Атака прервана. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону.